в мае на рассвете нарастал уст стогобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба гроша она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерть и муки сели вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, след кипченки этой дочь его родной расстрелял. Но когда в Берлине под обстрел полз боец с телом со слоня, девочку в коротком платье белом осторожно вынес из и, погладив ласковые ладони, он ее на землю опустил, как ждал утром. Маршал Конев, стая, об этом доложил. Скольким детям возводи детство, подари радости весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине праздную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках.